Воспоминания познавших тайну стонут. Сидят тираны, прошлое злодеи. Там, в Тегеране, скинулись масоны. Все для отвода глаз, не для людей. От объектива не отводят взгляда, а мы из этой дали ясно зрим. Смерть с приговором с каждым рядом срывает маски прикипевший грим. История времен совсем недавних зализывает раны, горы трупов. Кто думал, перестройка вдруг настанет, ахает прошлое, усилит через рупор. Нет никого, прошло лишь полстолетия, и строят всюду мавзолеи и храмы. Октябрьский ребус заполняет клетки, дурнее старых новые бараны. Нельзя не помнить, умерщвляя память, сбылись пророчества священного писания, что ныне промелькнет бесследно канет, от всех событий ни одной осанны. Талмуда в горы, то прессует пресса, сию мгновенные следы оставив в шрамах, что в Духе Божьем только то воскреснет и в судный день возьмет нас под охрану. Я не свидетель только или чтец, но я участник мировых событий. Возвысившим себя я предреку конец, отрубит Бог рога вам и копыта. Евангельские строки по мозгам, по блудному маразму раз за разом. Воскресной проповеди грозно полоскал от храмовой коросты и от грязи. Засохшая, отпавшая вчера, Бог Иегова силен осолить, омолодеть, привить и напоить из ран, раскудать жизнь из-под могильных плит. 31 декабря 2004 года.